Так, всем привет еще раз. Локальная запись включена. Решил я сыграть партийку в Эодор одну. Помните, на чем мы остановились? Мы остановились на том, что на нас напал тут один неприятный парень. Как его звали-то? Так, дипломатии еще нету, да? Настройки, это все понятно. Подождите, как же... Была же как-то сводку посмотреть. Может быть, на первом ходу нельзя. Нейтазир. В общем, у нас черепок напал за то, что мы отказались подчиняться этому парню и уничтожить всех живых существ. Вот это я помню. Давайте смотреть, что у нас тут. Особые места. Гарпии есть, кстати, прямо у нас. Гильдия воров есть, это плохо. Денег у нас много, больше, чем обычно. Давайте вспомним старое. Так. И наймем, как обычно, мечников. Помните, как мы играли? Я думаю, что мы должны его быстро вынести. Правда, я давно не играл, конечно. Может случиться проблема какая-нибудь. Давайте разведаем. Играем же мы на максимальной сложности, без возвратов. По крайней мере, стараемся. Удаляем. Чтоб деньги не кушали. И. Так, что у нас здесь? Варвары. Вольная. Гоблины. Вольное, вот это слабое место. Так, вот здесь. Эх, варваров бы пробить. Здесь тоже разбойники. Здесь селение половинчиков. Половинчиков. Прикольно было бы до половинчиков дойти и разбойников везде бы пробивать и сделать их союзником. Это было бы здорово. Кто у нас еще тут есть? Мрамор. Клево. Так, разбойники. Болото троллей. До эльфов нам не дойти. Половинчики прикольно, конечно, делать, да, потому что мы вот эти две провинции забираем, если раньше компьютера до них доберем. И вот это на халяву тоже. Да, надо с половинчиками, как всегда, на нашей родной земле пытаться договориться. Так, кто у нас, да, кого нам дали? Мирдил. Реакция, окей. Самрокл, я с тобой поздоровался, я что-то заговорился, не знаю. Вроде да. Так, а где мой счетчик классный? Счетчик. Вот счетчик. Пусть вот здесь будет. Счетчик! Два человека на Гудгейме, ноль человек на Твиче. Клево. Но это ничего страшного. Три на Гудгейме. Здорово. Так. Значит... Мы можем пойти в разведку или просто поразведывать провинцию, но мы тогда рискуем потерять героя. Поэтому я бы посмотрел, сколько здесь варваров. Просто сходил бы и посмотрел. Спокойненько, так аккуратненько. Без риска. Варвар, шаман. Понял. У нас же фея есть в гарнизоне. Ё-моё. А я совсем забыл. Ребята, у нас фейка в гарнизоне. Уже минус 8. А мы справимся с феей? Что она может-то? Ускорение. Блин, а что с феей делать теперь? Вот, я закрабил только что. Скорее всего. Так, давайте плюс 9 идем сюда. Пытаемся пробить с фейкой. Вот, черепок против нас, да? Атакуем. Идем. Итак. На скалах стоим, ждем.
Подходим, подходим. Пика сюда. Бах, минус одна жизнь сразу. Стреляем. Блин, что-то вообще плохо как-то. Уже так и подойти может. А по нему не хочется бить. Ой, атака со спины, я совсем забыл про это. Здесь же такая вещь, как атака со спины еще есть. С боков, со спины, по-всякому. Так, ну пойдем. Нашими мечниками разбираться. Так, завалили первых. Клево. Уровень не получили, ничего не получили, все отлично. Так, у нас даже доход плюсовой, ребята. Плюсовой доход. Так, а помните, я там новый билд как раз, я помню, узнал. Но не помню, как я его делал. Ой, у нас же кристаллов силы дофига, клево. Таверна построена уже. А, ну она сразу была построена за бонусы, да. Так, пока все лечатся, дойдем. Ящеров фиг пробьешь, называется. Дракона. Так, что делает наш оппонент? Ну-ка. Он тоже уже пробил, но у него лошади сразу есть. У него минотавры есть рядом. Клево. Ребят, наспамьте что-нибудь в чатике, чтобы мои тестовые вот эти единички пропали. О! А, тоже 4 человека, все нормально. Идем пробивать их тоже. Так, здесь равнина, здесь не годится нам. Так. Ой, со спины. Ой, со спины сейчас получим. Да, плюс два. Блин, вот я краблю. Офигеть, надавали. Как мне ударить и развернуться? Никак, по-моему. А, можно развернуться. Отлично. Что, по мне стреляет, что ли? Вот наглый тип. Итак, значит, от выстрела марш-бросок. Мечники. Клево. Спам-спам. Так, а почему? Русишь солдат, привет. Так, вот теперь видно, да, все в чате. Видно вообще, читабельно? Я как-то настроил, так не очень. Так, марш-бросок. Нужен нам? Конечно, нужен. Жизнь, защита от выстрела. Пожалуй, наверное, защиту от выстрела здесь беру. Вот это ордены пока давать нельзя, потому что мы их не прокормим просто. Так, исследуют. Ну давай, исследуй.
Да ешь же ж! Вот это халява, бандитский лук. Ой, вот это нам повезло, ребята. Вы видели? Вот это халява. Мы за 80 монет только что купили бандитский лук. Это очень серьезный апгрейд в начале. Для нас. Лошади нужны. Что это такое? Фига себе. Ты спросил нас память. А, ну да. Не, ну что-нибудь таким. Привет, там, пока, как дела? Можно было таким красивым. А не просто так, в тупую. Молодцы. Так. Нам лекаря нужно, да? Если наш лучник получит уровень под командованием. Нам бы лекарь очень не помешал. Так, что у нас тут? Нежить. Нежить. И разбойников вот пробить, к половинчикам и пройти. Прикольно. Кстати, с новым луком вполне возможно мы можем это сделать. Давайте вернемся. Качество стрима не могу оценить. Инет совсем дохлый. Ну, покупай. Интернет улучшай. Я вот тоже буду себе пытаться опять улучшить. Так, что у нас бандитский... Ух ты, у нас тут, смотрите, есть еще всякие вещи. Я про это совсем забыл. Так, бандитский лук. Во-первых, трофеи. 8, 6, 4. Да, и дальность... Ой, намного лучше. Клево. Очень хорошо. Давайте ботиночки тоже оденем. Шапку. Нафиг надо. Или надо. Так. Стрелы надо в любом случае чинить. Более того, я думаю, что надо прикупить мастерские. И купить кожаную курточку и еще стрел. Чтобы в походы более дальние ходить и не возвращаться. Так, итого. У нас фейка. Два... мечника. Не самая лучшая, конечно, команда. Нам бы где-то левелапнуться, чтобы получить командование. И тогда третьего мечника сделать было бы очень круто. Варваров боюсь, что мы не пробьем. Гоблинов. Гоблинов можем пробить, я думаю. Особенно с новым луком. Давайте гоблинами тогда займемся сейчас. Да, зовут нашего оппонента Ланшар. Гоблин Едоплюй. С гоблином я не хочу союз. Так, а где счетчик опять? Куда делся? А вот он. Ладно, не будет его на стриме. Буду так смотреть. 8 человек. Прикольно. Так. Ты раненый. Давай-ка вот сюда. Будешь стоять здесь. Ты здесь. Отлично. Блин, ну лечения нет. Едоплюй может добежать и навалять. Хорошенько так навалять. Давайте всех покоцаем. Я вот теперь в едоплюю срочно. Стреляем. Так, в этого стреляет. Проблема. Валим. Сколько тут яда? 3 урона, блин. Не достает. Ай-яй-яй-яй-яй! Сейчас фейку потеряем же. Ёшки-трёшки. Фейка затанчила, молодец. Так, реакция. Точный выстрел, разведка. Инициатива, это, конечно, прикольно против компьютера. Но нам сейчас надо фармить, поэтому стрелковое искусство берем. И, кстати, как раз командование возросло, что очень важно.
Во-первых, мы можем лекаря нанять. Либо еще одного мечника. Вот я думаю, кого? Лекаря или мечника? Я думаю, что лекаря лучше. Да, лекаря. Вообще, фейка может лечить, да? Как бы, но... Она вот левелапами своими не получила лечение еще никакое. Поэтому придется, я думаю, лекаря ставить. Давайте ставим лекаря. Надеюсь, у нас денег хватит. Да. Боевой дух плюс 3. Ну вот, у нас сейчас хотя бы все будут лечиться. И, возможно, мы разбойников даже сможем пробить. Так, друиды. Пока стоим здесь, тогда исследуем, что у нас тут плюс, да, работает. Отлично. Вампир в заброшенном особняке. Нет, спасибо. Смотрим, что компьютер сделал. Компьютер уже 5 провинций захватил. Поставил тут местное ополчение. В общем, компьютер молодец. У нас пока 3 только. Причем мы еще так стоим, тупим нормально. Продолжить исследование. Вернулся на базу. Хорошо. Так, кстати, нам тоже починиться. Так, что у нас с парнями? Такие слабенькие. Ну что, попробуй в разбойничью вольницу тир 2 пробить. Или вот варварские племена. Блин, железо, конечно. Мы уже только железо вложили. Что не знаю, как его пробивать-то, зачем. Как можно быстрее половинчика бы получить. Было бы классно. Давайте попробуем. Мне трудно оценить. Давно не играл, трудно оценить. Но мне кажется, это задница. Давайте попробуем. Если что, за сейв лоудимся, но мне реально трудно оценить. Так. С этой стороны кто-то пойдет. Ну вот третьего, да, мечника как раз таки не хватает. В принципе, был бы третий мечник, было бы все лучше. Сколько у тебя? Защита 3. 9 урона, и ты труп. Неприятно. Очень неприятно. И у нас лекарь. Слабенько лечится. Так, ну можем грамотно одного в болото, если с этой стороны никто не пойдет. Так, ну этого убили, окей. Убийца медленно идет. Стрелы вроде есть. Угу. Вот расстреливать надо убийцу. Вот этот парень-то выдержит? 7, 3. Ага. 1 и под ядом. Вообще классно. Ты подходишь. Магии нету, да, никакой? 4 хп, яд. Ну это да. 2. От яда все равно сдохнет, по-моему. Да. Это больно. Не хватает одного уровня, в общем-то. Да, я так и думал. Все правильно. Правильные мысли были. Надо варваров тогда вначале пробить. Все-таки это тир 2 уже. Не надо идти никуда. Попытаться пробить варваров. Давайте.
нужно бы лекаря покачать. Тоже было бы неплохо. Так, наверное, вот здесь позицию займем вот так вот. Во-первых, до шамана достреливаем сразу с помощью нашего лука. Это очень важный момент. Что сам шаман нас не трогает. Ну вот одного мечника в одну сторону, другого в другую. И танковать. А вот тут теперь проблема, тут берсерк теперь. Сейчас он со всей дури вмажет, да? Не бьем. На 9, неплохо. Так, ну ты убиваешь, да? Ты тоже бьешь. Нормально. Парирование, повышает защиту на 2. Да, вот эту медаль, конечно, наградим, пожалуй. Эта медаль полезная. Смотрим, что нам нужно с железа, орки. Блин, орки это плохо. Так, где, кстати, мы великие? Против нас Ланшар. Он на нас напал, да, если помним. Как у тебя дела, дружище? А вот у героя. Я уж думал, он слил героя. Уже обрадовался. Так, мы, кстати, тоже вокруг захватили весь тир, так что, в принципе, дела-то идут в гору. Но нам нужно разбойников пробивать, конечно. Ничего. Вольное поселение. Плюс 3, плюс 1. Ну так, фиговенько, фиговенько, очень фиговенько. Земли ящеров тоже вряд ли пробьем без третьего мечника. Ну, давайте постоим, полечимся здесь и попробуем железную шахту все-таки взять тогда. Монолит. Без шаман? Не. Так, стрелы есть. Давайте залежи железок. Пытаемся взять. Так, амбары я ничего строить не могу, да? Боже мой, сколько там всяких разных орков-то. Так, давай-ка ты сюда, ты сюда, ты сюда. Воу-воу-воу. Что-то много. Они еще броньку, да, ломают? Так, у кого медалька? Вот у тебя. Вот ты молодец, у тебя медалька есть. Так, давай-ка фейка поразводи немножко. Что он сделал? Крикнул. Но ведуна надо, да, бить. Я здесь, ребята. Ой, сейчас нападут. Все плохо. Отлично, он пошел туда, хорош. Так, пусть он фейку тут бьет, да? Кстати, фейку у нас же колдовать может. Как я все подзабыл, а? Так, ранька его. Хорошо. Хорошо. Еще раз ранил. Подлетаю, ускорение на этого парнягу. Так, здесь все плохо. Ой, нас ударили. Ну, это ничего, ладно. А что делать вот с этим? Да.
Так, 2-5. Ты добиваешь. Хорошо. Отходишь. Не добиваешь нифига. Ладно, давай я убью. Отходишь. Фейка отлетает. Дает дэмэдж. Отходишь. Так, нормально. Вроде как нормально. Отходим. Одного надо сбривать, да? Класс, победили. Так, железки у нас есть. Замечательно. Сила выстрела. Качаем. Сопротивление качаем. Отлично. Отлично. Сейчас будем пробивать. Убивать оппонента. Пробивать и убивать. Ничего построить не можем, да? Железо нам ни хрена не дало. Так, далее. Нам нужен какой-то сайт на деньги. Какой-нибудь квестик. Так, торговлю, да? Окей. Хоть плюс один, то хорошо. И левел ап нужен, да? Так, он тир 2 пробил половинчиков с конями. У него кони уже 2. 2 ресурса кони. Ужас какой. Может, кристалл построить? Что нужно? Денег много. Понял. Разрушенная башня. Опять орки. Ну ладно. Мы одних орков завалили, таких уже, наверное, вторых тоже завалим. Тем более у нас сейчас вроде как... Во-первых, качнулись, да? Кстати, вот здесь можно забуриться. И стоять вот так вот. Правда, мы стрелять не можем сразу. Ой, какой дэмэдж. На тебе. На тебе. На тебе. На тебе. Какой дэмэдж выдаем, а? Видите, да? Шикарно. Сейчас со спиной будем бить. Раз со спиной. Блин, опасно. Так нормально. Ждем, пока он подойдет. У него выносливость потратилась, видите, из-за того, что он по скалам скачет. Что он даже не бил. Забавно. Ну, прохладненько, прохладненько. Ух ты, ваш управляющий из провинции Русалочьи Камни. Это вот это, да? Похоже на Феникса. Добейте и сделайте из перьев одежду.
Доставьте ее в замок, я хочу поговорить. Кто ты, кто сотворил с тобой? Ты ему действительно изменяла? Тебя можно как-то расколдовать? А-ха-ха! Дорогостоящий ритуал. К сожалению, мы не можем. Ну ладно, тогда свободу. Обидно. Я бы ей помог, честно. В общем, к нам пришла птица Феникс. Мы ее нашли, да? А это, оказывается, женщина. Заколдованная. Но расколдовать у нас денег нет. Мы нищеброды, к сожалению. Слишком рановато ты к нам пришла. Попозже бы. Кстати, у нее тоже, да, разведчик у оппонента? В принципе, тогда, кто первый будет стрелять, тот и победил. Ну, обычно. Да. Так, у нас 95 монет, между прочим, есть. Надо что-то построить. Магию какую-то, кристалл силы, может, я не знаю. Что-то нужно. Нам нужны квесты. Давай в кристалл сходим. Потом починись-ка. Ой, лук-то не починить, нифига. Ура, Эдор! Ничего себе. Уже все забыли, что я в Эдор играю. Да, это та миссия, звездолетчик, если ты смотрел записи. Шаманов 10. Бить. Шаманы — это варвары, да? Ну, здесь варвары есть. Ну ладно, пусть будет квест на шаманов. Мы уже одного завалили, кстати. Так. Шаманов. Ну да. Фига себе, Адор. Да, мы продолжаем нашу кампанию. Так, войдем в лапку. Сделать заказ. Я специализируюсь на изготовлении покровов тайны. Для работы мне нужна ткань, которую создали древние. О, воровские гильдии обыскать. Слушайте, а у нас тут как раз воровской притон-то есть рядышком. О, ребята, мы можем сделать этот квест. Смотрите, у нас же... Вон, гильдия воров. Ха, только я хочу защитить гильдию воров после того, как мы возьмем квест с половинчиками, понимаете? В чем дело? Блин, у нас на самом деле очень много угроз именно в главном городе, так скажем. Из-за того, что гарпии, воры, то есть гильдия наемников еще. Ух ты. Подождите. Эльф, гном, половинчик. Приблизился к зданию местной гильдии наемников. Нагловато вида стражник приведу. Можешь оформить... Так, у нас нет ни того, ни другого. В гильдии наемников мы можем нанимать наемников. Оно нам надо? Я смотрел все записи и ждал продолжения. Ну вот продолжение есть. На нас напал наш скелетон. Вот. Слушайте, я не знаю даже, что делать с гильдией наемников, если честно. Давайте пока оставим ее в покое. Может быть, потом что-нибудь понадобится нам в этой гильдии. Так, ну у нас что-то какой-то ступор, да? Что-то непонятно, что делать. А компьютер, между тем, уже второй тир 2 занял. А мы вот это пробить не можем. Но я думаю, кстати, сейчас, вот сейчас, мы уже можем пробить. Я надеюсь, по крайней мере. С нашим луком, с усиленным выстрелом, должно получиться. Чем раньше это сделаем, тем лучше. Давайте пробивать. Надеюсь, получится. Да, и привет, НХ. Так. О,
Вот по болоту, если они там попрутся, в принципе, нормально будет. Так, кидаем ускорение, чтобы выносливость каждый ход прибавлялась. Так, нам в лучника выстрелили, гады. Хорошо, добили. Так, теперь надо немного отойти, потому что этот может кинжалом своим гадким стрельнуть так, что мало не покажется. А чё так? Блин. Слушайте, а чё такой маленький урон? Сколько у него защита-то? Офигеть вообще. И надо нам это? Фига себе! Как больно-то! Ну-ка бей его. Так, хорошо, он в нас стреляет. В нас стреляет, это отлично. Лечись. Может убить, а может и не убить. Ну убей. Да есть же ж. Так, живем, 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 живем. Все танкуют. Все молодцы. Так, так, так. Здесь оттанчишь, наверное. Здесь... Так, я понял, понял. Стреляем сюда. Стреляем сюда. Здесь стоим. И там еще со спины идет гад. Да, он следующим ходом сможет ударить. Плохо. Так, этого добиваем. Хорошо. Здесь выстрелов больше нету. Нам надо отходить. Блин. Ускорение, давай на тебя. Так, этот сагрился в эту сторону. Сколько у тебя защита? 6 хп, 3. 9, да? У него как раз 9 атаки. Блин. Будет больно. Последний хил сюда, в любом случае. Ты затерпишь, интересно? Что-то не сомневаюсь. Этот стреляет. Но у него яда нет, слава богу. Этот уже устал. У этого парирования всего 2, блин. Пробивают. Ладно, все равно сюда стреляем. Блокируем ход ему. Да. Так, ну вот. 6 хп. Этот у нас стреляет все время. Сколько у него выстрелов-то? Один. Ладно, фиг с тобой, в тебя тогда. Сколько у него контратака? 5. То есть, если я ей подбегу со спины, ударю, и потом со спины еще раз ударю, это будет урон 3 плюс 9. Слабенько. Ждем. 4 хп. Блин, и выносливость падает. Живи, ё-моё, живи же ж. Не убил, блин. Нет. 3 хп. Пожалуйста, не надо. Тихо. Тихо. Да, живет. Живет на лалах. Так, хорошо. На лалах живем, ребята. Как, уйди, несчастный. В рукопашную сейчас пойдем. Так, хорошо. Обездвижен. Так, все, ты спрятался, да? Отдыхаем. Стрел нет уже. Так, со спины зашло. Убили. Хорошо. Ой, нам со спины тоже зашло, кстати.
Да убей ты его! Фух. Блин, вот это тяжелая была. Реакция, выносливость, марш-бросок, защита, защита от выстрела. Берем защиту. Так, танкуем, сегодня мы с тобой танкуем. Ну реально затанковали, дай бог вообще. Ой, это была хорошая победа. Лично, вот так и надо. Доход, литейный цех. Берем сразу. И давайте с половинчиками договариваться быстрее. Так, вступить в переговоры. С миром мы пришли. Я предлагаю союз. Что у вас стряслось? 15 разбойников. Без проблем. 15 разбойников надо убить. Мы, правда, из них только что троих убили. Ну, кстати, вот тут еще есть разбойники. Есть еще лавка стрелка. Давайте зайдем, посмотрим, что там. Войти в лавку. Заказ. Нету заказа. Бандитский лук. Так. Ух ты, огненные стрелы. Посмотрите на это. Длинный лук. Лук кентавра. Очень так занятненько. Так, нам бы свой лук починить еще как-то. Было бы неплохо. Так, давайте один раз происследуем. Бандитское логово, еще одно. Да, разбойников здесь до хрена. К сожалению, мы сейчас не можем на них нападать. Да, последняя стрела. Так, нам нужен воровской притон, конечно, размочить. Так, третий уровень. Нам командование дали. Да, отлично, командование. Все. Идем назад. В столицу, так скажем. В свою. Так, целитель открыл свою лекарню. Слушайте, нам деньги очень нужны. Может, штрафануть его? Так, статуя. Так, ваш наместник из провинции сообщает, что у них посреди главной площади за ночь появилась статуя древнего бога, приносящего удачу. Это очень хорошее предзнаменование. Жители провинции празднуют и веселятся. Ну что, разбить статую? Да. Что это? Что это такое? Первый раз такой предмет вижу. Подождите-ка. Яйцо черной вдовы? Это паук, что ли? Вызов твари. Черная вдова. Черная вдова. Нейтральный. Тир 2. Содержание 32. Кладка яиц. Убивая живого противника в рукопашный, воин откладывает яйца в его труп. Если уничтожить яйцо за 2 хода, из него вылупится паук. Ух ты! Клево! Вот это клево. Ребята, это клёво. Так, всё. Давайте. Чиниться. Отлично, починились. Теперь наняться. Ещё одного танка. Отлично. А теперь идём. Угу. Гильдию воров. Мочим. А что мы построить можем? Ничего толкового, да? Вот это только. А амбары не можем строить. Угу. Атаковать. Так, ну мне нравится, как мы начали, вроде как. Так, может быть, здесь лучше? Так вот. Самого опасного лупим. Тут стрим лежит. А на Good Game работает.
Как так? Подождите-ка. Так вот в чем проблема, действительно. Ну-ка попробуйте сейчас на Твиче. Сейчас посмотрим. Не работает на Твиче стрим почему-то. Слушайте, я не знаю почему. Давайте я пущу тогда на Twitch прямой. Давайте стоп-старт сделаю, что-то. Ретрансляция не запущена. Так, а что случилось-то? Ладно, давайте я тогда сейчас возьму. Основу выключу. На Twitch пущу. Все будет праздник. Должен быть. По крайней мере. Бегут гады. Ой-ой-ой, больно. Блин, это же самый слабый. Отходи. Черт вообще, что произошло только что? Ни хрена себе. Ну ладно. Так сказать, потеря была, значит, пусть будет. Играем по-честному. Наш косяк. Ой-ой-ой-ой-ой! Да блин, что ж ты делаешь-то? Сейчас еще лекаря завалят. Нет, один хп. Что ты делаешь? Офигеть можно. Чуть лекаря еще не потеряли. Обалдеть можно. Фух. Медитация, отлично. Никаких сделок с ворами. Так, нету. Обидно. Блин, а хорошего воина потеряли, да, по-моему? Это был без медальки. Ладно, фиг с тобой. Так. Строим амбарчик. Чиним вещи. Так, теперь у нас на Твиче работает. Так, всем напишу, чтобы знали. Также давайте построим сферу ветров. И возьму пару заклинаний. Вот. Так, хорошо. Двух разбойников убили.
Древнее полотно не нашли. Ничего нету, что нам нужно. Нежить нам не нужна пока что. Не нужна. Демонологи, кстати, там, по-моему, шаманы, да, есть? Интересно, и здесь у нас бандиты, бандитское логово и разбойники. Как раз надо, короче, идти туда с бандитами драться. Блин, ну мы сейчас так получили в бубен, что я даже боюсь теперь идти. Ну надо, что поделаешь. Включаем попутный ветер. Бежим. Давайте начнем просто с разбойников, подкачаемся немножко, а то мы потеряли воина прокачанного. Да, здесь убийцы нету, поэтому должно быть все нормально. И нельзя забывать про лучника. А, ну мы сейчас в лесу вот здесь прям встанем. Полечимся. У нас медитация есть теперь. Вообще все хорошо. Ой, убийца-то есть. Ё-моё, опять убийца. Так, давай на холм тогда. Блин, откуда убийца взялся опять? Что за гадство? Не убил. Как вам нравится это? Не убил. Офигеть можно. Сейчас опять затерпим. Да как так-то? Офигеть, еще со спины получил. И здесь еще залетел. Так, давай-ка ты ударяешь. Что нам делать вот с этим гадом? Блин, как же я сейчас получу-то в бубен? А мне надо стрелять туда. Да? Да вы прикалываетесь, что ли? Я не знаю, как мы ту партию выиграли, нас тут просто разносят. Так, нет, так не годится, ребят. Так мы уже совсем проиграем. Так ничего не получится. Что ж такое-то? Ладно, исследуем тогда, что делать. Разрушенная башня, два минотавра. Здрасте, приехали. Два минотавра. Так, когда к нам оппонент скоро придет уже, а мы тут занимаемся черт пойми чем. Тир 2. Ой, какой тир 2? Тир 3! Шайка воров. Людоящеры. Местное ополчение. Вот там компьютер веселится. Да мы так слить можем. Давайте скелетонов и зомбиков побьем. Нам нужно как-то прокачаться, иначе беда. Да нас даже скелеты нагибают.
такое. Ничего особенного нам не дали. Блин, хочу паука в команду. Яйцо черной вдовы. Тут круто. Да, квесты. Надо здесь сюда шахту построить еще. Нужно экономику поднимать с колен. О, авантюристов. Да. Атакуем, заберем у них весь трофей. Нам это очень нужно. Блин, спрятаться в лес бы. Так вот. Ну, если сейчас он ваншотнет... Нет, не ваншотнул. Вау. Я думал, сейчас лекарь. Хорошо, что у нас инициатива есть. Давай-давай, бей. Так. Меткость. Фигня какая-то. Меч мастера нам не нужен. Так что давайте наградим. И оденем. Подарок от кузнеца. Браслет кузнеца. Так, мы хотели шахту построить, да? Следуем дальше. Два тролля. Ужас какой. Так. Бар здесь тоже понадобится. Здесь у нас 67, да? Давайте еще раз. До 70 надо добить. Плохо. Так. Драконий корень. Башню делаем. Деньги нужны. Слушайте, у нас тут же пегасы даже есть. У нас же тут развитие прям шикарное. Прирост населения. Вот то, что нужно все. Кони нужны. Бродячий цирк, у нас новое здание. Офигеть, столько всего нового. А я ничего построить не могу. Но надо с компьютером просто быстро разобраться. Пока не получается. Да. Ящеров разберем, как вы думаете? Тир 2. Мандрагору. Очень было бы неплохо получить. Куда идти? Куда идти? Разбойников простых мы не можем пробить, значит.
Ужас какой. Как же так? О, вот это я могу. Вот это я могу разбить. Хоть что-то полезное. Обычные стрелы. Так, ладно. Поскольку качнулись, думаю, можно пойти попробовать пробить их. Так, это все скидываем. Слепота нам тоже не нужна. Эмиль, привет. Да, мы решили в Адор поиграть немножко. Хочу эту миссию добить. Посмотреть, что будет дальше. Может, поиграем еще. Откуда у нас красное дерево? Подождите, что-то я не понял. Ой, у нас же есть красное дерево. А что я туплю тогда? Я что-то подумал, что у нас нету красного дерева, а у нас есть красное дерево. Отлично. Ящеры, ребятки, давайте не будем жить дружно. Это печально. Бьем кишит. Там Василиски, там. Там просто до свидос. Я лучше скелетиков побью так спокойненько. Вот. Аккуратненько так побью скелетиков. Жалом его, зомбаря. Контратака, медалька, отлично. О, еще кое-что приятное. А, подождите-ка. Атака, контратака, выносливость. Не, выносливость лучше, чем глушающий удар. Давайте еще одну нежить пробьем. Нужно качаться. Нужно качаться, ничего не остается. Так. Договор со стражем бы. Лошадей все равно нигде не видно. Давайте пусть будет авантюрист хотя бы. То компьютер скоро придет, а мы с голой задницей, можно сказать. Thank you.
Опа! Блин, как скелеты мочат-то. Что ж ты делаешь-то? Я про себя, конечно же. Так, 6-6. Блин, ну 6 сопротивления, 6 защиты, это круто. Давайте запас снарядов покачаем. Сопротивление, целительство, ну вот. Вот оно. С дополнительным целительством, возможно, что-то и получится. Как мне этот корешок-то нужен, а? Ну да. Здесь еще простроить надо все. Заброшенный храм, 4 беса. Я думаю, мы их убьем, как вы думаете? Кажется, что слабо, да? 4 беса. Чувствую, сейчас нам наваляют. Сейчас нам наваляют. Так, одного сбил, хорошо. Так, ну-ка отойдите подальше. Ну вот, подлетают. Так, убил. Убил. Теперь главное, чтобы прист выжил. 1 хп полечил ровно. Халява. Ой, халява. То есть, если бы я не полечил этот хп, то это было печально. Так, защита от выстрела, контратака. Контратаку. Жизнь. Ух ты! Да. Стрелы разбойника. У нас лук разбойника, стрелы разбойника. Сбор трофеев повышает на 20% и то, и то. Клево, надо на большие. Ну, то есть какой-то сайт хороший, где реально будет влиять 20%, то надо брать. Так, две лесные провинции, хорошо. Ну, квесты мы не делаем, да, нифига не делается. Что делает наш оппонент? Наш оппонент там, чувствую, скоро нас придет и убьет вообще. Ладно, 10 выстрелов. Попробуем. Была, не была. Мне уже страшно. Зачем ты туда пошел? Так, где медальки? Медалька 4 парирования, медалька 2 парирования. Здесь вообще плохо все. Так что ты сюда. Фейка тупи здесь. Так, стоим. А, хотя тут фейка будет здесь стоять, все нормально. Да ладно, двое? Не, ну это не годится никуда. Двое, блин. Это еще черепаха.
6 вообще. Так, ладно, медитация есть, слава богу. Ух ты. Это что было? Больно? Так, это фигня, марш-бросок. По-моему, у нас не хватает одного юнита, чтобы нормально танковать все это дело. Тут еще отстрел такой неплохой идет. Сколько у него контратака? У него больше контратака, чем атака. Блин. Окаменение, это хорошо. Лечи давай. Так, здесь эти тупить сейчас будут. Но вот этого надо сбрить. Пацана. Так, вот этот парень устал, его вообще пробивать. Так нечем же. А, еще здесь. Ой, беда. Так, нам надо точно убить вот этого гада. Так, давайте я подойду. Выстрел. Ты сюда. Чинишь его. Хочешь, можешь пострелять. Парни устают потихоньку. Так, нам нужно разбивать лицо. 4-7. Ну, норм. Так, возьми-ка на себя немного урона. Лукаря в камень превратили. Так, живем, живем. Стоим. Так, возьми-ка. Так, удар, отлично. Здесь. Надо убивать. Блин, не убил. Теперь убил. Так, сколько у тебя? Так, ты отдыхаешь, да? Стреляешь в этого. Лечение есть. А, я в камне, понял. Я в камне. Стоим. Так, у нас уже этот танкует. Так. Хорошо. Не убил. Краб. Убил. Развернись. Убил. Стреляем сюда. Ну убей же ты его, он же сейчас убьет нам лекаря. Нет, нормально. Живем, живем, живем. Да убей ты уже. У лекаря один заряд есть, отлично, отдыхай дальше. Так, здесь можем одного. Забиваем. Дыхаем. Еще один заряд. Теперь можно лечиться. Отдыхаем. Блин, все плохо. Сейчас получим большой урон. Не, нормально. Ой, вот сюда получили большой урон. 4 хп это осталось. А лечилок больше нет. Как делаем? Я знаю, как делаем. Удар. Отходим, отходим. И сюда 13 ставим. Разворачиваем. Стоим. Стоим. Чинимся. Усталость.
Ага, нету больше. Так. Ладно, он устал уже. 4 хп не пробьет. Вот здесь можно больно получить. Так, хорошо. Хорош! Что за весон? Лечись! Обездвижен! Вали его! Так, все, теперь не вали. Нормально. Знаете, не пробивает. Кажется, мы победили. Есть такое мнение. Сейчас еще всех отвлечем. Своим престом. Отлично. Фу, дальность выстрела. Жизнь. Защита, выносливость. Защиту берем. Выносливость. Ну, это... Не, не будем давать эту медаль. Фух. Блин, запотели. Запотели. Вампиры. Кстати, если бы мы с ящерами договорились бы, да? То есть убили бы слизней. У нас слизней, кстати, много. Мы смогли бы эту провинцию получить, эту провинцию на шару. Ну и все, да, 3 у нас. Так, вольное поселение плюс 12, вольное поселение еще. Командование подросло. Стрелы не дожили. Круто. Так, вольные два поселения вот эти захватить. Плюс 12, плюс 10. Было бы очень здорово. На самом-то деле. Сюда подключаем феерию. Фигня. Завалим. Хорош, пишет Син. Да. Это была знатная битва. Не поспоришь. Так. Подождите, что-то мне здесь не нравится. Возможно, лучше вот держать оборону здесь вот. Так вот. Ух ты ж. Выходим вперед немножко. Так. Не убил. Обидно. Ударим со спины. Ударим со спины. Ударим со спины. Вот так вот. Убили. Отлично. Так, становимся. Прямо. Так, кто-то стрельнул по нам. По лекарю, да, по-моему? По-моему, да. И защитил он его. Так, надо немного отойти, наверное. Эх ты ж, ну почему ты такой? Краб-то. Так, вот тут бы как бы не развели нас. Со всех сторон сейчас как мы получаем. Так, давай-ка отойдем так дальше даже. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, 2 хп. 2 хп. Тут
атака со спины. Да блин, как ты так стреляешь-то? Да как ты не убила-то, ну? Жесть вообще. Так, убили. Сейчас будет очень больно. Ой, ой-ой-ой. 6 хп. 6 хп и никак не полечить, да? Что за бред? Но пока он в болоте, все выносливость ему снять. Так, ну терпи. Атака со спины. Нет, не убивай. Животное. Ладно. Здесь ускорение ему поставил вместо двух. Ну никуда выстрелил. Было бы все круче, конечно. Да? Да. Кто у нас умер? С медальку, парень. Да, с медалькой. Убил, не может быть. Это чудо. Вот и победа. 5 уровня нам забрали парня. Хрен с ним. Все такие битые. Да. Очень битые. Так, давайте зайдем в лавку. Нету заказа никакого. Хорошего нету. Так, давайте мельницу строить. Так, эти стрелы нам, наверное, не нужны уже. Одни палец оставляем, ускорение оставляем. Перчатки волшебника. Пока нам не нужно это точно. Чинить только дороже. Хорошо. Челлендж по покеру тоже хорошо. Так, мечника еще одного. Может, арбалетчика еще нанять? Давайте, пусть будет. Прокачаться бы где-то теперь. Все время теряю воинов. Вот, нежить, как раз то, что нужно. Воинов, конечно, терять это я зря. Два приста, да не нужно. Один прист справляется. Причем фея должна тоже лечить потом скоро. Считай, тоже будет два приста. Фейка-то тоже лечит в конечном итоге. Thank you.
Два приста за контроль чуть-чуть тяжело. В плане, ну, терять их будешь чаще, часто очень, понимаешь? Лучше одного прокачанного сделать, чем двух, которые все время будет где-нибудь теряться один. Я так думаю. Alien Force по механике точно такая же, как Сотворение. Я не помню уже, в чем там отличалась механика. Я думаю, что все то же самое. Если честно. Так, команда авантюристов. Гонетная грязь. Кстати, вот в этой провинции команду авантюристов можно поставить. Потому что эта провинция проблемная, плюс она неплохо держит. То есть, если компьютер отсюда пойдет... Или подождите. Или мы просто договор получили. А, мы просто договор получили. У нас неупокоенный есть. Патрульная. Клево. Очень круто. Ставим еще реакцию, потому что нам очень важна будет реакция против лучника оппонента. Где он тут? Так, у него маг уже появился. Кто у него стоит? Стоит авантюристы, дозорные. Ой, скоро придут к нам бичи. Придут. Придут и, возможно, набьют нам щитцы. Так, давайте пивоварню строим, чтобы быстрее росло население. Довольны? Довольны. Возможно, из-за того, что мы добрые, скоро дары нам будут носить. Тогда могут принести что-нибудь полезное. Потому что пока что у нас с обмундированием не очень все хорошо, я так скажу. Так. Появился самозванец. Ну, тогда убьем его. Там по карме как нормально было? Великий. Нормально по карме, все хорошо. Завалили парня, и все нормально. Так, ладно, давайте попробуем еще раз с бандитами разобраться теперь уже должно получиться, ведь так? Причем на бандитов мы возьмем стрелы разбойника. Логово. Так. Как же нам так забуриться, чтобы... Чтобы точно никто не подох. О. Этого парня мы видим. Так, ну ладно, на это уже пофиг. Он там два выстрела сделал. Теперь танковать. Идем сюда, сюда. Так, встаем. Здесь. 7, 12. Так, яд. Нету яда. Здесь яд есть. Здесь. Пофиг нам, да? Хоть фейка может пойти разобраться с ним. Здесь не достреливаешь. Ну сейчас будешь достреливать. Давай. Огонь, батарея. Так, наваливаемся на этого. Отлично. Я паука не могу сделать еще.
Так, вот тут опасный момент. Подъезжаем сюда, ускорение сюда. Там надо гильдию отстроить, чтобы паука поставить. Не все так просто. Нет, это не то, что тир 2, чтобы из паука сделать... Я его ни разу еще в этой кампании не делал. То, о чем ты говоришь. Я хочу, но пока просто выигрываем раньше катки. Соответственно, зачем тогда это делать? Ну, блин, ну как так-то? Так, вроде заблокировано все нормально, да? Живем. Удары со спины. Кстати, механика... Вот, целительство, видите, фейк получила. Механика, кстати, может отличаться от того, что здесь есть удары со спины и с флангов. Темный пакт. Фига себе, что это такое? О-хо-хо-хо. Прикольно. Это резурект в демонов. Можно такую армию надемонить. Клево. Мне нравится. Так, разграбили мы, да? Что у нас со стрелами? Нормально все. Давайте попробуем тогда еще сразу разбойников завалить. Квест делается. На половинчиков. 300 монет. Можно что-то и построить даже. Доброго. Здесь вот их немного побольше. Забавно, да, что простой сайт имеет больше юнитов, чем логово. Тоже где лут больше. Так, ну что-то плохо как-то я расставился. Это мы можем побегать. Ну, вот заваншоть его, а, хоть раз. Как же. Так, мы можем бегать, стрелять, да? Так, не ядовитый. Очень противный. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, от греха подальше полечимся. Так, живем. Хил здесь, хил тут. Убил.
Ердыш. Отлично, все зачистили. Уровень, конечно, качается. Прохладно. Так, денег 500 уже, между прочим. Это круто. Много денег, это хорошо. Строим всякие полезные штуки. Наверное, я сейчас пойду пробивать вольное поселение. Так, оппонент к нам не приближается, да? Так, вот здесь людишки не очень рады. Включите им праздник! Да, вроде нормально. 14 человек. Два хила есть уже. Вот в лесу бы только стоять. Давайте фейки. Фейки пофиг. Она и так крепкая. Смотрите, достали. Крутые парни. Оглушающий удар? Ни хрена себе. Ремонт, оглушающий удар. Чего там только нет? Так, давай-ка. Стреляйте, ребятки. Так, живем, да? Живем пока. Только очень больно по нам стреляют. Очень больно. Мы тоже в ответку неплохо так жарим, на самом-то деле. Так, давай-ка еще ускорение сюда поставь. Не достреливает. Тогда давайте вот этого снимем. Жира. Так, хорошо. Ты вали. Ты стой. Все, отстрелялся наш. Ой, сейчас спину получит. Ой! Блин. Что ж ты делаешь-то? Неужели сейчас от огребу? Давай, снимай всю выносливость, ё-моё. Сейчас же огребем, действительно. Жить! Жить! О! Да, нету выносливости, слава богу.
Прикрыть. Еще одно целительство. Отлично. Мечник плюс 2 хп. Атака. Атака, контратака. Мечник без защиты. Такое себе. Жизнь, жизнь. Норм. Так, торговцы из далеких земель предлагают вам 200 золота на девственниц. Пить торговцев, забрать золото. Нет, подданными не торгуем. Так что быть, если не добрый, не торгуем подданными. Так, берег черепов. Забираем. Думаю, надо. 13 человек. Да. Ой, у нас тут все прокоцанные, как... Не знаю, что. Мы сейчас быстренько отлечимся, конечно. Слушайте, а вот тут 13 человек-то опаснее выглядит все. Давайте вот так вот. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Так. Тебя здесь хилим. Тебя здесь. Ну что ж. Пока держим. Так, хил, выходи вперед. Становись сюда. На мечи их насаживаем. Блин, мало, конечно, у нас урона. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, как настреляли-то. Так. Убьешь, говнюк? Не убил. Теперь могут лукаря сбить. О, не лукаря, а приста. Нет, живет, 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 живет. Жив. Ой-ой-ой, тут уже не приста сбивают, тут вот этого сбивают. Так, давай, ты приста лечишь. Приста арбалета. Ладно. Блин, может быть, это была аркада сейчас. Сейчас арбалетчик получит же. О, нормально. На скале держит. Так, живем, живем. Как так-то? Так. Ну, с арбалетом неплохо сжарится. Ой-ой-ой. Больно. Больно. Эй, что такое? Эй, что ты не лечишь? Что за фигня? Пробил. Блин, и что теперь делать? Уже парирование снесет.
придется единичку тратить. Во, вообще. Отличный выстрел, да? Ужас как. Вот у фея, кстати, нету медитации, насколько я помню. И это очень печально. Потому что фейки с медитацией были бы имбой. Правда, ими хорошо там в спину залетать, все такое делать. Бонусы всякие получать с удара. Ой, не пробил. А, надо было полечить. Дипломатию я бы взял, кстати, если бы игра была бы очень долгая. Поскольку она будет короткая, скорее всего, я, пожалуй, ее брать не буду. Мечник-мясник просто три подряд. Так, у нас прокачка в магию пошла, заметили? Попутный ветер есть. Колдуем. Так, ой, зря, кстати. Зря я колданул. Хотя нет, не зря. Так, надо пополнить заклинание, пополнить все. Так, и последнее это хилка, да, наверное? А, нет, подождите. Хилка и вот это еще. Хилка нам нужна в любом случае. Угу. Побережье краба. Это про меня. Так. Заполняем слоты магии лечением. Астральная энергия. Одну усталость можно убрать. Паутинку поставить. Лечение, оно важно в некоторые моменты, когда спасти юнита нужно. Вот никто его не может спасти. Ему, он, ну, танкует, отбился от толпы, да, и вот приз к нему подойти не может и выхилить. Вот лечение в такие моменты очень сильно помогает. Увеличивает доход с лесных провинций, нанимая егерей. Прикольно, прикольно. Так, я думаю, что лавку плотника надо ставить уже. Нам стрелы бы. Те же утяжеленные. И мы будем на коне прям. Этот лук хуже, чем бандитский, да? Примерно одинакового тира. Все равно. С другой стороны, мы можем в лавку зайти и там накупить. Вот здесь вот, да, по-моему? Да, лавка стрелка. Там стрелы какие-то были помощнее даже. Так, ну подождите. Давайте вначале починимся. Темный пакт, конечно, прикольная магия. Так, бердыш. Кинжал. Круглый щит. Может, поскольку есть круглый щит, то кулачный щит уже точно не пригодится. Никак вообще. Так, ну и чинимся. Вообще было бы прикольно сейчас нанять второго героя, чтобы он мог разведку устраивать, да? Причем, возможно, нам фейка не понадобится уже скоро у разведа. Поэтому фейка могла бы с воином неплохо. С учетом того, что у него лечение уже есть, она прокачана, но с воином неплохо стыкуется.
Вообще, было бы прикольно закончить уже эту партию, а не выиграть. Ладно, все равно лавку плотника, наверное, надо покупать, чтобы не отвлекаться. Или не надо. Сейчас жадность меня сгубит, как обычно. С компьютером бы подраться. Вот мрамор еще. Ладно, давайте эту провинцию захватим. Посмотрим, что там компьютер делает. Очень хочется с ним уже начать драться. Кстати, он слил героя. Разведчика слил. Точно. Так, конюшня, конюшня. Где конюшня? Вот конюшня. Да. Конюшня нам нужна, чтобы за один ход до сюда добежать. Это очень важно. Слушайте, не добежал. А почему? Обидно. Иди к эльфам. Каким эльфам? Туда вниз? С ними союз будет тяжело заключить. В плане, не то что тяжело, да. Во-первых, до них дойти надо. Плюс еще с ними надо поговорить. Плюс еще надо найти башни мага. И чистить эти башни пачками. Достаточно неприятный на самом деле квест. Не, лучше чем слизни, конечно. Это без вариантов. Но все равно мне не очень нравится. Ну, это совсем слабый. А, к эльфам с лавку. Ну, понимаешь, тоже такой момент. Вот взять прямо сейчас вот в лавке потратить 500 монет. И плюс еще нужно будет чинить это все. Это такое. Это может сыграть в минус даже. Понимаешь? То есть надо потратить 2 хода. 3 даже. Потому что еще обратно идти. 500 монет потратить. Там, причем купить только одни стрелы там. Потому что они там реально по 400 стоят. Если бы дипломатия еще была, еще как бы получше. Так совсем плохо. Княжье угодья. Земли ящеров. Блин, дипломатию, кстати, вот я не взял зря. Потому что княжье угодья, по-моему, с первой дипломатией уже можно договориться. А пробивать их... прохладная история. Кстати, варвары. 1, 2, 3. О, это тир 3 варвары. Это нереально. Там... там... там жуть. Если бы у нас была хорошая экономика, да, которая могла держать, то есть доход там плюс 200, там плюс 150, то, конечно, стрелы покупаешь, все нормально. Но пока у нас не так все радужно, как хотелось бы. Вот я думаю, что важнее второго героя сейчас сделать, это даст... больше. В перспективе так точно. Так, ну вот подходит. Подходит. Так, пока не берем. Если он куда-то сюда прыгнет, сразу надо нападать. Нет, он слился, что ли? Провинция
часть недовольных жителей объединится в разбойничную банду. Фига себе. Так, где он? Куда он делся? Слушайте, он точно слился? А, нет, он сюда ушел. Княжий угодник. Давайте поговорим с князем. Строить пока нечего. Лучник, мечник, гвардеец, садник, рыцарь. Ну это... Ну да, прохладненько. Маг подходит. Варварские племена. Что значит пустынные холмы? Это вообще кто там живет? Гарпий, что ли? Кстати, мы можем отсюда по воде пробить его. Чего принадлежит, правильно? Да. А, вот здесь, здесь, здесь. Здесь. И вот эти все охотников мы пробиваем, дозорных мы пробиваем. Головорезов, кстати, по квесту. Пока у него вот здесь авантюристы стоят, мы можем выиграть с наскока. Кстати, да, так-то обстрелы надо было купить. Блин, никогда не угадаешь в этой чертовой игре. Так, 4 хода до. Мне бы вот эту построить. Гильдия иллюзионистов. Да, давайте к ней идти. Ждем. Опа, пробил. Так, теперь если мы заберем мага с трофеями и заберем у него что-нибудь. Медузы нафиг. Так, разгоним дармоедов. Людоящеры. Он что, их подкупил? Да ладно. Ой-ой-ой. Если это так, то это печально. Это очень печально. Сколько тут? Плюс 23. Ну, давайте попробуем. Блин, если он там... Если он купил людоящер, или у них союз, то это... неприятно. Офигеть. Он реально, походу, их купил. В смысле, или у него союз с ним. Там медуза, блин. Вы понимаете вообще, что такое медуза? Блин, даже не знаю, тут слишком много болота. Давай назад. Медуза — это печаль. Две медузы! А, ну хотя они... По 35 хп. Не так страшно еще. Ну как не страшно? Мы же их не завалим никак. Лол. Че нарвали, чел. Ну да. Ну пока я постреляю. Ой, уже прибежал. Через марш-бросок. Кстати, это хорошо. Только вот то, что вот этот колдовать будет, вот это плохо. Так, надо... Встать, сейчас хилиться будем. Смотрите, это... Блин, ну вот не убил, конечно. Это печально. Тут они еще... В болоте все стоят. Да, это тяжело будет. Сейчас еще прист отлетит. Да, 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 да. Камень, гипноз, там. Он реально... У него то ли союз с ними, то ли что. Но это жесть. О, я дорчик вылетел. Ребята, это даже был не сейфлоуд, это просто Эодор вылетел. Случайно, абсолютно случайно, честное слово. Че, не пофиксили баги эти, что ли? Помните, у нас Эодор вылетал тоже? Первый вылет. Все достаточно долго играли. Угу.
Да, медузу надо валить. Медузы обычно берутся после 10 уровня очень легко с хорошим луком, двойными выстрелами. Но если бы это были нейтральные медузы, да, то у них ХП было бы под 60 сейчас. То есть это вообще нереально. С учетом того, что он их купил, у них, соответственно, бонус этот упал. Против них, которые, ну, на нейтральных работают. Вот. Блин, но все равно вот он встал теперь, да, вот стоит вот здесь, вот, и ничего не сделаешь. На меня-то он нападать, видите, не хочет, а мы теперь привязаны вот к этому месту, как дураки стоим. Так, герои, что у нас по героям там? Воин за 450. И что у нас для воина? Есть вообще на чем качаться воину? Да. Воину придется заниматься фигней. Ну, нужно второго героя нанимать срочно. Причем. Так, удаляй. Так, ну вообще, что-то есть у нас у воина. Первый удар, бердыш, неплохая вещь. Ну, щита тогда нету, да, опять же. Без щита воин будет такой. Хотя, с другой стороны, есть нагрудник, который дает плюс 1-1, но скорость минус 1. Ну, стоять где-то, бердышом отбиваться, в принципе, нормальная может схема получиться. Тогда это нам не надо. Ручной топор тоже не надо. Кинжал тоже не надо. Палится. Интересно еще. Ремонт есть. Так. Заклинанием, конечно же. Благословение точно. Астральная энергия. Два даже. Ну давай. Ищи достойных. Никого, ничего не нашел. Блин, ну вот, мне не нравится такое состояние. Как мне оно не нравится? Князя мы никак не пробьем. Если бы у нас еще никого не теряли, да, мы... Что будет, если построить верфь? Давайте подумаем. Что нам нужно для верфи? Или мы вообще верфь не можем? А вот она. 400 стоит. Ладно, тогда стоим. То есть, если мы построим здесь верфь, мы можем сюда высадиться. И, в принципе, это нормально. Это нормальная тема. У компьютера поджимать города. Трое. Клад заберем. 100 делать, стране нужны деньги. Вот так вот. Давайте попробуем. Я думаю, что это правильно. А, подождите, тут не только, тут надо еще что-то построить. Ремесленный цех еще надо построить. Ой-ой-ой, а я хотел вот это построить. Ой, еще и это надо построить. Офигеть вообще, сколько бабла надо. Так, давайте вначале все-таки иллюзию построим, чтобы прокачивать войска постоянно, каждые 10 ходов хотя бы. А, вот. Гоблин, Василиск Слизняк. Не, не пойдет. Людоящеры тоже не пойдут. Так, хорошо. Не, офигеть, и денег нет. Мы отобрали там у смердов все. По две медузы. Две медузы нейтрально, мы не завалим. У компьютера завалим. У нейтралов очень вряд ли. Бесценный опыт. Нормально. Качайся, дружище.
Ты нам будешь очень нужен. Так, 290 монет, отлично. На самом деле экономика у нас достаточно сильная получилась. Блин, ну упырь-то зачем? Простых, может быть, я бы и завалил. О! Напал. Так, становимся. Прячем. Так, ну мы первый ходим. Кто у нас тут? 12 уровень стрелок. Двойной выстрел, значит, есть. Так, сразу... паутину, что ли, поставить на него? Так, хорошо. Отдыхаем всеми. Сколько еще паутинка? 2 хода. Отлично. Выносливость теряй. Ставим замедло. Так. Из болота выходим. Стоим всеми остальными. Один ход. Видите, мы почти всех ваншотим, когда они за компьютера играют, да? Так, он магической стрелой мне вжарил. Больно. Очень больно. Так, здесь убьем. Вообще было бы хорошо, конечно, стрелять по нему. Уже начинать. Блин, у него тут толпа еще идет такая. Так, блокируем. Пока у него замедло. Вроде... ой, как выстрелил! Потеряли. Потеряли воину. А, он двойным выстрелом жарил. Естественно. Так, подождите, а как так получилось, что он тут везде прошел, а я как бы стою такой? Я как-то неправильно расставился, вам не кажется? Да уж. Я как-то неправильно расставился, ребят. Так, мы проигрываем сразу, причем. Ну, я этот бой выигрывать должен, да? Логично. Но надо более... в костяк армию так сложить. Потому что, видите, нас растянули. Так, давайте еще раз попробуем. Сюда внизу встанем. Во-первых, это подальше будет от его лука. То, что нам выносливость все поснимало, это печально. Надо было мочить. А я не могу его замочить, пока он в паутине. Я могу сделать по-другому. Я могу поставить сразу замедление, например. И он будет вот сейчас стоять колдовать там. Пока у него будет кончаться... соответственно... так, вот здесь забаррикадировались. Все, вот так стоим. А чё я куда-то попёрся, непонятно куда. Thank you.
Ну, смотрите, красиво же. Стоим. Ой. Да, упырька он достал, конечно. Ну ладно, хрен с тобой. У него уже выносливости проблемы. Как только он подойдет... Как у него замедло. Мы должны будем... Блин, а приста сейчас отлетит. Да, нет! Блин, ну без приста это вообще никак. Да что за фигня? Блин, что за фигня? Наколдовал уродов. Так, ладно, все. Нафиг. Тогда нафиг. Ставим авантюристов. Меня разберут его воины. У меня же у лучника 30 хп, ребят. Из брони вообще никакой. Меня просто убьют его воины. Чуть-чуть не хватает уровня. Давайте вот этот сайт сейчас забьем. Я надеюсь, по крайней мере, что забьем. Должны, в принципе. У нас два лекаря. Если там слизняков. Да, слизняк только один, поэтому... Должно все получиться. Да. Все, встал, дружище. На тебе престол. Темная пещера, два людоеда. Нормально вообще? Сразу же ритуал. О, мечник. Давайте защиту от выстрела. И все, что ли? Почти 7-й левел зато. Так, ты почему? Куда собрался? Давай. Работай, дружище. Мне вообще-то кажется, что компьютер как бы фармит быстрее, чем мы. Два тролля. Завалим мы двух троллей? Нет. Дипломатия!
Давайте. Попробуем взять дипломатию и поговорить. Серебряный рудник. Он захватил! Чё тут разговаривать? Чё я туплю? Не надо было пробивать уже. Ополченец, лучник. Тут ополчение стоит просто. Слушайте, я даже не заметил, как он пробил. И в чатике никто не заметил. Чё мы стоим? Надо нападать было. Как только он пробил. В общем, забрали и героя, и это все. Ой, крабы. Наши воины тут будут получше. Ой. Ой-ой-ой. Что-то больно. Кто это так напихал-то ему? А, это эти все, да. Ему защиту разломали. Так. Апсы. Так, ну вроде живем, да? Пристав у нас какой-то бесполезный в эту драку был. Ой-ой-ой! А выносливость! Фу, хорошо, что лучники не в него стреляли. Так, ну-ка. Вот так вот. Живем! F10 тут уже. Вот это уровень. Атака. Не надо. Парирование. Парирование. Сила выстрела. Отлично. Так, смотрим. У-у-у-у. Сколько всего вкусного. Так, а где он там с своими героями-то? Здесь, да, стоит? Так, надо еще аккуратно смотреть. Шайка воров. Шайка воров — это прикольно. Новобранцы. Местное ополчение, головорез. Вот головорезов бы зафармить, сразу бы квест сделался. Так, или зарашить его просто попытаться сейчас. Тоже вариант. Так, нам нужно сделать так, чтобы мы могли склад строить. Где это? Строить склад, вот. Кстати, если лошадей возьмем, где у него лошади? Вот здесь вот. То все будет круто, мы тогда сможем склад построить очень дешево. Давайте на легкую пехоту тогда нападаем.
Блин, да пипец, их тут толпа. Так, давайте так. Блин, больно. Нормально. А! Ой-ой-ой-ой, больно. Очень больно. Так, живем. Живем. Ой-ой-ой, больно. Очень больно. Нормально. Нормально, затерпел. Так, кого стрелять-то? Не знаю даже. Фейка танкует на скале вообще просто. Просто фейка. Просто танкует. Лечимся, живем. Защита, сопротивление, сопротивление. Сейчас героя потеряем. Блин, это сайт прикольный. Если выиграем, то будет очень круто. Но мне кажется, мы не выиграем нифига. Сколько у нас защита от выстрела? В принципе, такое. Блин, была бы бронька. Может, получилось бы. Так. Мы стоим вот тут на скале. Тогда. Терпим. Два астральной энергии и благословения. Ну, давай. Какая разница? Давай лучше здесь стоять. Так. 5-4, отлично. И мы первый бьем, да? Так, ну смотрите. Пока живем. Так. Стралка. Поворачивайся. Не надо. 8 хп. 7. Дал случайка, мы должны справиться, что за бред. Давай, ништяк, молодец. О, первый бой нулевого левела и затащил. Фух. Это было круто.
Блин, у него здоровье прокачалось. Не знаю насчет телосложения, мне кажется, кузнеческое дело надо брать. Потому что... Отлично. Хорош. Вот молодец. Вот это парень зарешал. Бердыш, конечно, зарешал. Первая атака. Это шикарно. Тем временем нам денег заработали очень. Приятно. Так, ладно, пока не строим. Пока стоим. Что у нас по стрелам? Местное ополчение. Так, ну вот очень не хочется идти в обход вот так вот, да, тупить. А, ну да, по одной клетке. Ну ладно. Пауки нет, спасибо. Слушайте, мы реально можем выиграть. А где его лучник? Он слил лучника? Да ладно, если он слил... Ага, слил лучника, вот. Слил лучника. Так, подождите, здесь очень опасно, ребят. Здесь нужно его поймать как-то. У нас охрана, кстати. Давайте легкую пехоту поставим. Блин, вот легкая пехота хорошо поставить и ослабить. Мы сейчас зайдем, блин. С другой стороны, вот тут легкая пехота тоже, как бы. Давайте попробуем напасть. Может, сейчас завалим его. Он сразу первый решил с нами драться. Так, мы на выжженной земле какой-то, да? Блин, вот тут... Здесь у нас опять же инициатива у первого. Нифига себе, он Дима... Колдунов нафигачил! Лучше бы я вниз стал. Вот колдунов. Я их ваншочу, конечно. Так, давайте тогда так. Паутинка, все правильно. У нас сейчас, конечно, тут... Расстрел будет полный, короче. Так, вот отойду. Пожалуй. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Минус, окей. Чуть не сдохну вот этим. Случайно. Подозрение, что могу лететь. Колдунов на каких-то наделал, а? Гаденыш. Так, минус два. Так, здесь прячемся. Проблема в том, что... О, два раза стрельнул как! Два раза выстрелил, у меня осталось такой кропаль. Если он еще раз два раза выстрелит, то это будет печально. Как я могу сделать? То есть я могу его покоцать, с одной стороны, могу сделать ему усталость. Проблема в том, что если он еще выстрелит и... У меня еще кто-нибудь тут... Тронет хоть чуть-чуть. Так, у меня 20 хп. Усталость или выстрел? Либо его просто лечение. Просто если я сделаю лечение на себя, он тут воина может любого забрать. Если я сделаю усталость, то, возможно, он заберет.
Блин. Ну как так-то? Привет, Колян. Гадкий. Гадкий. Очень гадкий парень. Двойной выстрел на холме. Колдунов каких-то наделал еще, а? Ну что за гадость? Фу какой. То есть у нас еще не доставал, я еще не там расставился, получается. Блин, была бы защита от выстрела у нас поболее. Вот сейчас мы, да, мы можем стоять нормально. Так, подождите-ка. Ой, что ж ты делаешь-то? Вот взять вот так и заваншотить его. Раз. Все, нормально. Ненормально. Не заваншотили, кстати говоря. Ну хотя, если он вызывает своих упырей там далеко, то это пофиг. На самом-то деле. Они пока дойдут там. Кстати, он замедление только что поставил. У меня стоит и замедление, и ускорение. Забавно. Так, хорошо. Убей. Ну как ты так не добиваешь-то? Они-то гады колдуют. Так, зомби обычные. А-а-а! 7. Все, не стреляйте, парни, не стреляйте. Фух. Так, и упырь подходит, между прочим. Баррикадируемся. Баррикадируемся. Блин, вот. Белалкина. Так, еще одного зомби. Ну пусть он делает зомбиков. Ой, а вот упырь подошел в упор, это плохо. У нас болезнь еще. Офигеть, болезнь же ж. Чем теперь тебя бить? Так, так. Хода два хоть? Где? Мобильность один. Так, ты давай убей только. Ёшки-матрёшки! Ну как так-то? Упырь сейчас убьёт. Убей пока. Фейка живет. Фейка живет. Да пофиг на этого. Пофиг на него. Так, на него пофиг. Да. Тихо-тихо! Да ладно! Какой призрак? Ты чего делаешь? Как я призрака убить могу? Это призрак! У меня нету магического оружия! Просто вызов призрака. Лол! Колян, играл уже в XCOM Long War? Ну да, поиграл немного. Ты постоянно на медальках экономишь. Они бесполезны, эти медальки. В той, ну... Слушайте, он нас вообще поимел.
Я его, главное, ваншотнуть не могу, ну, никак. Офигеть, мне нужно магическое оружие теперь. Короче, валим отсюда. Так, здесь стражу ставим. Офигеть вообще. Тихо, он один. Может быть, я могу его теперь пробить одного? В принципе, стража на него потратить нормально. Ёбкую пехоту еще завалить. Так, и тогда вот эти стрелы надо брать. Попробуем. Слушайте, нам надо в стражу выходить. Хотя бы в патрульных, да? Не, лучше караул. Что нам нужно? А вот, как раз. Ну куда ты ушел? Катина. Да, он одного вызывает призрака и все, и ГГ. Реально так и есть. Так и есть, потому что у меня нету магического оружия. Логично. Ладно, сейчас медальки буду давать уже. Так и быть, а то мы не ваншотаем их. Если бы мы ваншотали вот этих всех, было бы лучше. Немножко. Ой, куда ты же в болото встал-то? Да, надо атаку, контратаку туда качать. Ну, блин, понимаете, атаку, контратаку очень хорошо брать тогда, когда есть парирование и защита. Когда этого нету, блин, ну так все плохо. Так, ну, во-первых, точный выстрел. Да, видите, он первого левела. Ладно, берем. Куда он ушел-то? О. Стоять! Животное. Туда-сюда бегаем. Стрелы кончаются, лук ломается. Базар мы так и не поставили. Блин. И караул нужен. Причем... Ладно, сторожевая башня есть. Отлично. Теперь есть как бы караул. На 8. На 8 нормально. Можно ставить. Да, караул нормально. Сейчас будем отжимать у него земли по чуть-чуть. Так, маг еще. Блин, если он призрака вызывает, мага вызывает, это печаль, конечно. Печально. Ну, я офигел, когда у компьютера, конечно, призрака увидел. Это какой ход сейчас? Вообще... Блин, жестко очень. Очень жестко это. Ну
Че ж ты не добил-то? А я вот не знаю, вот сумоны, они же продолжают драться, да, даже если я героя его убью. Правильно я говорю? То есть ему, по сути, плевать. Когда, если он его вызвал уже, да, то я победить уже никак не могу. По-моему, так. Ой, если мы сейчас потеряем еще этого. Будет вообще привет. Лечи, пацана. Залез, вот видите, в бойню. Ой, ну зачем я это делаю, а? Нормально. Хе-хе. Ой. Арбалетчик, защита или запас снарядов? Защиту. Так, он нам захватил, кстати, вот эту провинцию. Но это... О, ваш наместник с провинции Новые Ворота. Сообщает, что у них в провинции объявился герой, которого прозвали победителем великанов. Логово великанов. Пусть отдаст половину трофея. Отберите у него все. Благословить героя. Блин. Хочу отобрать у него все. Блин. Ай, ладно. Все. Так, стрела. Чем то, что с магом сейчас будем драться. Давайте так попробуем. Так, он свалил. У нас не хватит денег все починить. На самом-то деле. Так, давайте без лучника попробуем сейчас подраться. В смысле, этих-то надо сбить, конечно же. Ой-ой-ой, ничего себе, как он пробил так. Ой. Уже арбалета бьют. А-а-а! Ужас. Что ты делаешь, олень? Это чё? Что ты творишь? Ясно. Ну, беда, чё. Нормально. Забыл, что арбалет кривой ходит в одной клетке. Так, выползай из болота. Стой насмерть. Вот так вот. Блин, компьютер хитрый, да? Отходит, блин, такой... Хитрец, молодец. Не поймаешь никак. Так, медалек надавали. Очень много. Эльф, гном. Монах, колдун. Ничего себе. Так, хорошо. Здесь нам пока стража не нужна, я так думаю.
5, 2, 9. Заканчивается. Все заканчивается. Сейчас придется отходить. Нас опять откинут. Как же хочется захватить коней-то у него. Это долго. Где его лучник? Вон он. Так, стражу мы вышли. Что еще хотел сделать? Дары земли. Сотворение. Блин, это вообще дорогущие вещи. Очень дорогущие. Блин, базар нужен, конечно, очень сильно. Ладно, хрен с ним, до коней мы не дойдем никак. Блин, три, ну-ка, я не хочу. Блин, сейчас жадность опять, видите? Ладно, все равно ставим караул на эту провинцию тоже. Заходим. Да, чтобы призрака убить, нужно всего лишь магическое оружие. Отлично, исследовал полностью. О, доход плюс 10, клево. Мастер брони. Так, в ваш замок пришли калеки и уродцы. Сорвать. Я так и знал, что это фальшивка была. Подлецы. Хотели развести на меня. Получите. Так, хорошо. Давайте сюда зайдем. Если мы сюда зайдем, купим склад. Сколько склад стоит-то? Как не получить? А. Да-да-да, помню такого. Кстати, браслетик один. Так, ты хочешь дальше, да? Разведывать. Давай сюда. Так, пусть уходят или навязать им бой. Навязать надо нам немного опыта воинам. Главное с лука не стрелять. Потому что эти вообще простые ребята. Просто вперед идет, идем. Я думаю, мы даже просто третьих чувака разберутся. Легко. Без поддержки какой-либо. О. Медалек сейчас еще наполучаем. Да, он бегун. Так, выносливость, жизнь. Выносливость. Коди, все еще повышаешь уровень счастья в провинциях? Ну да, что, почему нет? Драконы. Сейчас починка будет стоить. Так, ну, во-первых, если мы тут построим склад, то теперь можно будет все время юзать вот эти стрелы. Да, если мы можем чинить в тот же ход. Так, пока хватит. Кстати.
Сандали-то полезные оказались. Так вот, да? Авантюристов мы пробьем? Что-то я сомневаюсь. Блин, у нас лекарь 8-го левела. Тут вот медальки. Вот это я понимаю, чел. А здесь как бы, ну, мощный, но его и убивает легко. Да. Так, ну нам как-то надо лучника завалить, понимаете? Ну как, какая? На четверых? На четверых карты уже будут с драконами точно. И там так далее. Там по 200, по 250 ходов. И, соответственно, это... Битвы будут жесткие. Че, попробуем авантюристов пробить? Авантюристов должны много дать. Так, во-первых, надо лучника убить и шамана. А! Куда он стрельнул? А почему авантюристов первый ходит? Я что-то не понял. Офигели, что ли? Блин, ну вообще. Вообще борзы. На мне проклятие висит. Ужас. Испугался, нате. Так, вот тут у нас проблема небольшая идет. Еще как вжарит, смотрите. А, нормально. Нормально, думал, хуже будет. Это прокачанный, что ли? А, да, это самый лучший. Понятно, почему он выжил. Так, прист. Вот этот гад сейчас может подойти и стрелять. Нет, вначале все равно этого давайте убивать. А! Это ошибка была. Зря я его ударил. Так, ну орк это фигня. Здесь мы победили. Убиваем лекаря. Разбираемся с орком. Не, не разбираемся, просто стоим. Так, тут отойди, давай руби его. Сейчас дядька с топором подойдет. Так, хорошо. Фейку валим. Лекаря валим. Стоим. Ой-ой-ой, накостыляли-то как? Легче. Так, прикрываем, чтобы вдвоем они не навалились. Больно. Так, отлети немножко. Входим. А, повернись. Сейчас же в спину получишь. А, не получит. Так, ну вот сейчас он... Отлично, стрелок! Да-да-да. Инициативу, да? Да. Начать осаду. Да мы можем закончить ее! Он пожалеет об этом. Плохо. Так, нас с разных сторон захватывают. Но у нас сейчас есть двойной выстрел. Это очень важно. Это значит, что мы можем реально набить щи. Так, у нас сейчас два боя будет подряд еще. Сколько у нас в луке? Нормально все в луке. Давай, победим. Волшебник ледовящий. Волшебник слабый. Это отлично. Волшебник слабый. Главное, чтобы была инициатива. Мы первый сейчас по нему со всей силы. Ну все, победа. Есть контакт. Теперь дело за малым. Так, главное стрелы не тратить эти. С
самые наши мощные, блин. Если можно так назвать, стоим просто. Ничего не боимся тут. Главное, стрел не тратить. Так, и надеюсь, что у них лучник тоже покоцанный. Так, ну вот, блин, три боя подряд. Главное, не зафейли сейчас. Так, становимся сюда. Если мы сможем его сейчас задаблшотать, это будет очень круто. И нам пофиг сейчас на потери, да? Так, расставились вроде правильно. Нет. Вот так вот. Если он призрака призовет, то это все. Так, давайте. Ускорение. Ну что делаем? Паутинку и расстрел? Или сразу расстрел? 22-32. Думаю, сразу. Так, все лечим. Да есть же ж! Это победа, практически. Никаких больше призывов, никакой гадости, фу. Так, осталось вот этих гадов разбить и все. Минус. Атака будет отбита. Смотрите, ну разбойника где-то взял еще. Не было просто раз против разбойников. Да есть же. Так, кто у него в замке, интересно? 6 ходов. У него, кстати, не должно быть там отстроено даже ничего. Хотя нет, у него колдуны есть, значит, второй тир есть, значит, башня есть. Так, награждаем винодел и делаем кармические всякие штуки классные. Бой с иллюзией. Да. Так, 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 так. Все надо построить. Открыл лавку гном какой-то. Плюс 8. Вот это надо построить, ребят. Плюс 8 к армии. Это очень круто. Сколько? 577? Блин. Что-то мне кажется, мы не успеем. Руда. Два призрака. Так. Продолжим осаду еще немножко. Гоблины. Давайте с гоблинами сразимся, так уж и быть. Тут надо бежать на него, да? У меня ускорение есть-то? Нет. О. А, куда вы встали передо мной, гады? О, он сам подошел. Два. Слушайте, тут кузнец вообще.
Наделал мечей. Так, ладно. Ладно, еще один ход. Но нет, не можем построить ничего на карму больше. А вот аббатство можем. Хорошо, все, следующим ходом тогда идем. На штурм. Блин, внезапно мы, конечно, победили. Здорово. Нифига. Блин, он тир 2 юнитов настроил, конечно, молодец. Ой! Куда ж ты фейк-то? Ладно, хрен с тобой. Мискрик. Еще минус. Минус воина. Но. Отбились. Отбились мы от атаки. Отлично. Фух. 88 ходов всего. Нормально. Минус 3%. То есть вообще 85, да, надо, получается, примерно. Классно. О, смотрите. После того, как на нас напал этот парень, ачивка вон даже открылась. Приветствую тебя, Нестурс Ядриол, король друид и защитник эльфов. После гибели хранителя чаши жизни я стал единственным покровителем своего народа. С тех пор я стою на страже сокровенных лесов, защищая от них тварей хаоса. Подождите, защищая их от тварей. Тут эльф сказал так, что эльф защищает тварей хаоса. Рад видеть, что в Астрале появился новый владыка. Надеюсь, ты осознаешь всю ответственность, лежащую на нас, и готовишься к последней битве. Перед кем ответственность-то? Перед Адором, конечно. Именно мы, астральные владыки. Угу. Мы будем противостоять тварям хаоса в последней битве. Что за последняя битва? Неужели ты не знаешь, как жаль, что древние знания предаются забвению? Последняя битва — это бой между силами порядка и хаоса. Мы же за порядок, да? Твари хаоса вырвутся из преисподней, чтобы разрушить мир. И властители станут на их пути, дабы не допустить этого. Эта битва произойдет в последние времена и решит дальнейшую судьбу Иодора. Можешь на меня положиться. Когда они наступят, тебе будет дан знак. Что за эльфийские выкрутасы? Почему не сказать прям? Хорошо. Так, слушайте, это интересно. Кто это погибший хранитель, о котором ты упоминал? Ларналиол, хранитель чаши жизни, бог-создатель эльфов. Он погиб в неравной битве с тварями хаоса. Ага. Мои соболезнования. Подожди. Ладно, кто ты такой? Мой отец и мать были Ола? Перворожденными? Долгие годы они правили страной эльфов для меня, юного и беззаботливого принца. Угу. И когда, казалось, угасла последняя надежда, ко мне обратился Ларнел. Блин, я язык сломаю от таких имен. Наш возлюбленный создатель. Я покидаю вас, дети мои, чтобы отвести беду от этих земель. Тебе предстоит заменить меня и стать на страже лесного народа. Защищай его. Да. Ну хорошо.
Своей гибелью Ларнелиол спас лесной народ. Получается, ты застал катаклизм. Расскажи мне о нем. Эльфы называют те дни темными временами. Но это я уже знаю. А из-за чего произошел катаклизм? Точно не знаю, но почти уверен, что это дело рук твари хаоса. Понятно. Спасибо за рассказ. Да, я хотел кое-что узнать. Что ты можешь сказать про Уйнора? Уйнор заслуживает доверия, но его смирение на руку... Его смирение на руку нашему общему врагу. С хаосом нужно бороться огнем и мечом, а не пытаться отгородиться от него созиданием миров, как это делает Уйнор. Я ни в коей мере... Блин, тут реально такие характеры все, да? То есть чисто белые, есть чисто темные, есть как бы такие гибриды, да, которые как бы вроде как и светлые, но готовы к битве. То есть агрессивные. И так далее. Прикольно. Есть просто варвары, которым все плевать, и только агрессивные, да? Прикольно. Абелес, властолюбивый некромант, использующий свою темную силу для обретения власти над смертными. Авианта. Королева фей, верный союзник. Эльфы издавна дружат с ее народом. Единственное, о чем я сожалею, Авианта, как и все феи, слишком легкомысленно и склонна... Олм. Это очень странный дух. Как друид я знал и общался со многими духами, как природными, так и стихийными. Но Оум не принадлежит ни к одному из известных мне родов бесплотных. И не знаю, чего ожидать от него, потому склонен относиться к Оуму с опаской. Я вот тоже не знаю, что за Оум. Мне очень интересно узнать, что он там дальше вытворит. Так, это ведьма, а это Ланшар, да, этот некромант тоже. Воистину темная тварь, уничтожившая все, до чего может дотянуться. Ланшар – одно из несчастий, постигших Иодор. Воплощение смерти, властитель серых пустошей. Несколько раз я пытался уничтожить его, но мне это не удалось. Сейчас я прекратил попытки избавить Иодор от Ланшара. Последняя битва уже близка, и мне понадобятся все силы, которые я смогу собрать. Может быть, давай вместе нападем на него? Единственное, что я знаю, ей нельзя доверять. Все, да? Так, где наш Зарчик? Зарчик! Чем могу помочь? Боже, что ты знаешь о последней битве? Очередная глупость, придуманная эльфами, чтобы было о чем слагать исполненные печали героизма песни. Зар, как всегда, троллит. И когда эта битва должна произойти? Босс, вы не поняли, это предсказание эльфийск... Это предсказал эльфийский оракул. Оракулы, те еще мастера напустить туману. И уж если они эльфы, тут пиши пропало. Дата у них обычно определяется где-то так. Когда на тебе зажжется крест проклятых, и земля будет истекать кровью, словно раненый зверь. Когда реки исполнятся горечью, исчезнет последняя надежда. Это, так я понимаю, пасхалочка на Библию, что ли? То есть даже приблизительно нельзя определить. До чего вы взяли, что эта последняя битва вообще произойдет? Как по мне, она уже происходит. Все будут, как обычно, сидеть по своим норам и надеяться, что их не тронут. Я точно не буду отсиживаться в стороне. Встаньте Груту на защиту Иодор, босс. Ну, возможно, у вас потом даже легенду сложат, если вспомнишь, что вообще существовали. Ты предлагаешь сидеть сложа руки? Я предлагаю не особенно доверять сказкам эльфов. Ясно. Я верю в это предсказание. Будем такого тоже наивного играть. Так, что ты знаешь о Дариоле? Дариол, как и все эльфы, самовлюбленный недотрога. Понятно. Плаксивый эльф никак не может забыть о гибели своего возлюбленного бога-создателя. Ха.
Надо с эльфами, короче, закорешиться, чтобы всегда у нас был с ними союз. Надеюсь, это можно? Слушай, Зар, как насчет использования моего имени? А, да-да-да. Посоли не клиента мне, пожалуйста. Так, Айнор. Что ты знаешь о Дариоле? Дариол, повелитель эльфов. Угу. Ясно, это все. А ты что знаешь про Дариол? Ой. А, с ним даже пообщаться уже нельзя. О, Белес. Заносчивый, упрямый, как и все эльфы. Фиг ставить себя выше других. В войнах на осколках ему часто помогают эльфийские лучники, что не делает его особенно приятным соперником. В общем и целом, избавиться от Дариола было бы не очень полезно. Думаю, эту мысль разделяют все властители, кроме него самого. Угу. Еще вопросы? Нет. Так, а ты, ведьмочка, что мне скажешь? Интересно. Так, с этими поговорили со всеми. Так, вверх, 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 вверх. Ландшар, ты мне что-нибудь скажешь? А, то есть мы отказались, да? Мы отказались убить, и с нами он теперь больше не разговаривает, гад. А, то есть мы отказались убить всех смертных на своем осколке. Блин, а что-то как-то все тут наверху, а... Еще нам делать? Опять за осколок сражаться? Что тут есть? О, смотрите, катапульта. Орк. Орк нам не нужен. Мечник! Вот мечник! Это круто! Вот мечник! Сразу в начале игры. Это очень круто. Пикинер? Ну, такое. Крамарла. Я думаю, что сюда мы пойдем. Так, что за мир-то? Моря. Мир страха. Не, я только за то, что бонусом у меня был мечник, я сюда пойду. Причем там еще золото, все, что нужно есть. Да, на это все плевать. Вот сюда мы пойдем в следующий раз. С нами больше никто разговаривать не хочет. О, древних деталей у нас одна. А что это за древние детали? Я даже не знаю, что это. Противника мы одного убили. Потом освободили Гарроса. Такое. Властелин. Ход 16. Лучший титул привидения. Энергия у нас до хрена. Чё, кого берем? С учетом того, что это моря. Можем фейку взять. Блин, запас золота, смотрите, на 200. Ну, одно золото, одна энергия, да. Доход золота. На сколько? На 3 вход. Прикольная тема, все 3 энергии стоит. Всегда надо брать. Фейку. Здорово. Так, сколько время? 4 часа. 3:20. Да. Библиотеку, таверну можно сразу брать. Таверна тоже прикольная вещь в самом начале. Доход плюс 1 дает. То есть тут доход плюс 3 за 3, тут таверна сразу в городе может быть за 15. Нормальная тема. Библиотека тоже полезна вначале. Сразу героя как взял, сразу ему заклинашки поставил. Можно бежать. Все это ускоряет, конечно, очень сильно. Вот такие вот вещи. Таверна, библиотека, фейка. Особенно если воинам играть, фейка вообще must have. В самом начале. Скорость дает.
Причем фейку не всегда можно нанять. Я вот фейку бы всегда брал теперь. То есть, вот, например, бы ставил, наверное, вот так вот. Начинал бы. По-моему, очень классно. Затрата энергии 77 всего. Очень облегчает жизнь. А, на таверну даже можно не брать. Но вот доход золота плюс фейка. Очень круто. А что у меня? Good Game не работает, ребята? Может, воякой начнешь? Но сейчас я все равно не смогу уже начинать. Так, надо как-то... Сейчас посмотрю, вообще работает стрим. Нет, офлайн написано. А, на Twitch работает. Типа. На Good Game. Но я что-то никого не вижу. На Good Game кто-то меня смотрел. Показано, что 0. Забавно. Хотя нет. Нет, офлайн. Наверное, все правильно показано. Так, ну вот наконец-то туман войны, ничего не видим. Против нас два чела здесь. Несторс Великий. Геге отвалился. Ну там не отвалился, там Twitch плеер. Орки, орки, нежить, нежить, тролли, крылатые твари, демоны. Два особых места. Четыре провинции, только тир 1. Плохо. Что по деньгам? 7-7. Два вольных по 7. Нормально. 15 заход в своем 16. В родном. Классно. Ну вот в следующий раз с этого и начнем. А на сегодня заканчиваем. И выкладывать сейчас буду запись, соответственно. Все. Всем спасибо, кто смотрел. ГГ. Пока.